привет! Меня зовут Амелия Стар, и мне 5 лет. И недавно у меня родила кошка одного котенка. И я сегодня вам покажу, как за ним ухаживать. Такой у меня красивый котеночек рыжий. Мне он так нравится. Не все котята рождаются здоровыми. Когда-то им надо человека помощи. Когда у кошки не хватает молока, то мы ему даем козье молоко. Берем маленькую рюмочку и туда выливаем немного. Его надо немножко подогреть. Шприц без иголки. И набираем немножко молочка. Берем котеночка и предлагаем ему потихонечку попить. Все, он наелся. А теперь берем мягенькую щеточку и чешем ему животик. А сейчас я покажу, как надо котенку делать туалет. Когда мы уже котеночка покормили, почесали и туалет сделали, то его можно положить в гнездышко. Если вы любите животных, то подписывайтесь на меня и ставьте лайки. Всем пока-пока!